7 марта в дежурную часть отдела МВД России по Зольскому району поступил телефонный звонок от туриста. Мужчина, житель Ставропольского края, сообщил, что по дороге на курорт «Долина Нарзанов» его транспортное средство попало в снежный занос, и самостоятельно справиться с ситуацией у него не получается. На место происшествия незамедлительно выехал экипаж дорожно-патрульной службы. Как оказалось, вместе с мужчиной в автомобиле находились его супруга, 10-месячный ребенок и племянник. Сотрудники полиции освободили машину из снежного плена и сопроводили семью до ближайшего населенного пункта. Гости республики выразили слова благодарности автоинспекторам, старшему лейтенанту полиции Аскеру Кипову, младшему лейтенанту полиции Исламу Малаеву и полицейскому патрульно-постовой службы сержанту полиции Зурабу Маримшаову. Только за первые 10 дней марта еще 8 автовладельцев выразили слова благодарности в адрес сотрудников отдельного батальона дорожно-патрульной службы. Полицейские помогли заменить поврежденные автомобильные колеса, устранить неисправности двигателя и ходовой части, а также сопроводили до безопасных участков в условиях густого тумана. Водители высказали добрые слова сотрудникам полиции за оказанную помощь. По пути домой остались на дороге, купили сейчас здесь машину. Помогли сотрудники нам, подвезли запчасти, все, и мастеров тоже. Всем от души спасибо вам огромное. Сотрудники проводили нас, туман был, проводили до поста. Сейчас туман, видимость плохая. Да. Выражаю сотрудникам полиции огромную благодарность. Да, спасибо, что сопроводили нас. Очень аккуратный туман, да, видимость очень плохая. Ехать, видимость очень плохая. Сейчас переждем чуть, туман уйдет. И поедем дальше. Уважаемые водители, если вы попали в сложную ситуацию на дороге на территории Кабардино-Балкарской республики, вы всегда можете рассчитывать на помощь сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел.